Дорогие друзья, с вами я, Кейфокс. И сегодня я покажу вам, как сделать себя маленьким в новом Майнкрафте 1.13.0.18 без модов, ребят. Сейчас дать из третьего. Вы, наверное, уже помните по прошлому ролику. Наш человек может моргать. Вы, наверное, смотрели по прошлому ролику. Если не смотрели, то я оставлю ссылку на него в описании. Давайте профиль. Вот нажимаем, потом просто берем вот Стива тело, базу, тут можно его редактировать вот так или вот так. Ну вот это редактор, вот, а нам что нужен только размер. Вы можете ему руки взять, либо такие, вот этот вот, ребенок, подросток, 20 лет и 30. Прикольно. Но я делаю себе ребеночка. Волос. Миссис Стив. Руки. Ну. Все. Потом просто так нажимайте назад. И все, смотрите. Вот так вот вы можете играть с друзьями. Просто, чтобы ребенок, типа... Я запущу игру. Так, раз вот наш творческий, любой мир пусть будет. Че, у нас рука меньше стала. Видите, у нас рука стала меньше. Так, вот смотрите, наша... Даже если мы будем броню одевать, она будет не вставать, например, маску. Берем. Хаба. Щит одеваем. О, щит опробуем. Берем алмазный меч. И все готово. Я Стиви. Смотрите. Дети, бай. Вот так. Не. Прикольно. Да, ребят. Отлично нравится Майнкрафт. У меня две версии Майнкрафта. Если это видео не будет, так скажем, больше 10 лайков, то я запущу ролик, как сделать, чтобы у тебя было 2 Майнкрафта, чувак. Карл, ты понимаешь, о чем я говорю? Чтобы у тебя было 2 версии Майнкрафта. Карл, ты меня слышишь? Окей. Если у нас будет 2 версии Майнкрафта, то это будет круто. У меня уже 2 версии Майнкрафта. Но еще у тебя нету 2 версий, друг мой. Я хочу, чтобы ты, если ты смотришь это видео, короче, я хочу, чтобы ты поставил лайк, подписался на мой YouTube канал. Он называется Кейфокс. Или просто пройди по ссылке в описании на мой предыдущий ролик. Если хочешь знать, то 5 фактов, ну там даже не 5, а 6 фактов о Майнкрафте, которые ты, скорее всего, не знал до этого, друг. И, кстати, если то видео про факты наберет больше, ну, скажем, 10 лайков, то я выпущу новые факты. Там будут, как сделать так, чтобы твоя огненная пушка стреляла 2 пули одновременно. Ну, один раз нажал кнопку, и вышло 2 пули. И как сделать радужную овцу. И еще что-нибудь найду, ребята. Так что вы должны ставить лайки под моими видосами. И будут выходить продолжения этих роликов, ребята. Я не знаю, где-то через неделю или две выйдет новая серия рубрики «Играю в Майнкрафт». Ой, учу брата Нуба играть в Майнкрафт, да.
Я, честно говоря, не знаю, когда этот ролик выйдет, потому что у меня опять инет завис, блядь. Против, что интересно, у меня реально инет завис опять. Он раздражает все время. 2, 3, 4 дня попользовался и все, исчез. Капец просто. А раньше-то он целый месяц был, а потом только исчезал. А сейчас что-то тупить начал. Дебилить начал. Дебильный, гадкий, срай, интернет. Ладно, что. Ну, об интернете это все правда. Так что я не знаю, когда этот ролик выйдет. Но если вы хотите топ 5 фактов о Майнкрафте, можно поставить... Ой, если... Да, если вы хотите топ 5 фактов о Майнкрафте, еще одну серию, то можно поставить лайк под моим предыдущим роликом. И если вы новый зритель, то подпишитесь, пожалуйста. И, кстати, эй, вы 25%, которые смотрят меня без подписки. Ой, без подписки. Вы 25% людей, которые смотрят меня без подписки. А ну подписывайтесь. Лайки ставьте. А то ударю. Быстро. Пожалуйста. Умоляю. Ладно. А если вы хотите, чтобы я показал вам, как закачать все два Майнкрафта, то просто... Поставьте лайк. И когда это видео наберет больше 10 лайков, ну, например, 11, то я выпущу этот ролик, ребят. Ой, простите. Это... Слушайте. Вот, поняли? Ставьте лайки, подписывайтесь. Оставляйте комментарии. И всем пока, ребята! И удачи, друзья! Хотя стоп, ребят. Я поставил видео на паузу, но... Кстати, у меня еще есть ролик «Битва мстителей». Если вы хотите продолжение, ну, такой же еще один ролик. Пусть этот ролик наберет 5 лайков, друзья. 5 лайкосов. Думаю, для вас это очень легко. Потому что под королевским бутером набралось больше 15 лайков. Понимаете, как это прикольно для моего канала. Я ж новичок на ютубе. Ну и еще рекламируйте меня друзьям. И реально все. Я уже говорю пока. Блин, опять. Ой, кстати. Наконец-то утемнился. Ставьте лайки, подписочки, если вы новый зритель. И всем пока, друзья.